Одаренное сердце, приветствую вас. И мы самые величайшие во все времена и первое место в мире. Это наша судьба, родные сердца. Почему важно стать суперинтеллект-тренер? Вы знаете, сейчас расскажу свой пример. Буквально 2 дня назад, представляете, я в 5 утра, у меня стало так на душе. Знаете, почему людей приходится тащить на какой-то апгрейд? Я, конечно же, самому любимому наставнику, я, конечно же, поговорила с ним ночью. Представляете, ночью. Вы знаете, он меня как святой водой облил. Понимаете, он мне сказал такие вещи, такие факты. Представляете, не быть супером, интеллект-тренером, родные сердца, вы предаете себя. В нашей команде я вам скажу, что у меня команда, я скажу, я всем благодарю со своей команды, знаете, не буду перечислять имена, такие как вот Екатерина Дембовская, Анна Каменская, это новички, Валерия Луцкова, Тайбат, которые вот сегодня же тоже зажигают супер, понимаете, 36 уже супер интеллект тренеров, 36, а мы совсем не так давно пришли, да, родные сердца, а почему? Вы знаете, не всегда мне давался, понимаете, такой вот шанс, понимаете, быть счастливым. Я скажу, что, ну, кому-то я рассказывала свою уже жизнь, вы знаете, я была голодным ребенком, знаете, у меня ничего не было никогда. Я говорю, я работала в операционной, таскала трупов, понимаете, у меня не было ни отца, ни матери в этой жизни. Да, я всегда трудолюбием. Понимаете, когда ты человек трудолюбивый, когда ты человек чистолюбивый, нет возможности, понимаете, не стать счастливой. И когда я стала, неважно какие бизнесы, я проходила падение, действительно падение. А неважно, какие бизнесы или чем вы занимаетесь, но если вы действительно хотите быть счастливым, быть рядом с наставником, да, с таким, как Роберт Расс, таким, как Владимир Викторович Довгань, да, представляете, полил святой водой. Представляете, я ожила, потому что бывает иногда такое, думаю, ну почему же, ну почему же, понимаете, кого-то приходится уговаривать, да, да стань же ты супер, да важно быть, это важно, понимаете, не стоит это никаких денег. Я скажу, что я хотела войти в сообщество, не в сообщество, а просто хотела общаться с предпринимателями в Германии. Знаете, родные сердца, сколько у меня запросили, чтобы я просто начала общаться? На счету у меня должно быть 1 000 000 долларов. Просто для общения. Да, заполнила анкету. Конечно, я не пошла, потому что на счету 1 000 000 долларов 1 года оборота. Понимаете, просто общаться с предпринимателями. Представляете, а сегодня вам подарила ассоциация общаться с такими людьми, как Петр Силкин, величайший, понимаете, легендарный, понимаете, человек-сенсей, Владимир Викторович Довгань. Знаете, я говорю, огромный поклон, я буду кланяться всю жизнь этим людям, которые действительно подарили нам счастье. Каждому человеку на этой планете. Я не представляю, чтобы если бы в моей жизни не попался бы мне супершанс. Я не представляю. Конечно же, благодарна команде, благодарна своему мужу, который также имеет, подставляет мне плечо. И почему важно стать супером? Сообщество состоит, родные сердца, из людей. Это источник энергии. Когда люди объединяются, чтобы вместе идти вперед, развиваться, вдохновляться успехами друг друга, они поднимаются друг от друга энергии, которые генерит каждый. Кому важна своя жизнь? Жизнь своих детей, людей. Вы инвестируете, родные сердца, прежде всего в себя. Прежде всего, да, вот на себя покажите пальцем. Я хочу быть счастливым, я хочу быть здоровым, я хочу быть финансово свободным, чтобы поменять жизнь через любовь, знания к детям, к миру. Остается всего. Родные сердца, думающие в голове, это до сих пор мухи и комары, кусая ваши собственные мысли, и живут в надежде поменять жизнь, не вкладывая в себя абсурд, скажу полный. И пустой кошелек, как правило, сидят и думают в иллюзиях, станут миллиардерами. Опять иллюзия. Энергия всегда будет на высоком уровне у тех, кто движется к своему замыслу, вовлекает в него других, постоянно улучшает жизнь, свою жизнь, жизнь людей, детей. Он сам себе драйвер. Ну и другие, глядя на него, становятся такими же. Как же можно зарядить энергией лентяя? Или как может стать чемпион человек, который не хочет тренироваться? Да никак. Если у тебя есть замысел, и ты к нему идешь, если есть единомышленники, у тебя всегда будет энергия через край. Ты даже можешь раздавать энергию.
как роутер, чтобы от тебя подпитывались другие. Если нет энергии, видимо, ты не с теми людьми в путь пошел или выбрал себе ложную цель, придуманную за тебя кем-то. Благодаря наставнику ты сможешь лучше разобраться в себе и понять, чего ты действительно хочешь, ты и твои люди, которые тебя окружают. Твоя энергия жизни вновь появится в тебе, да, родные сердца, как появилось у меня, потому что я говорю, до суперджампа, неважно, говорю, были у меня бизнесы, да, я вам говорю, что, понимаете, у меня было энергии ноль, у меня состояние было ноль, понимаете, я говорю, что, как правило, я потеряла бы здоровье. Понимаете, как правило, понимаете, если бы я не приняла решение, я вам говорю правду, говорю, я пришла в состоянии в нулевом, понимаете, и смотрите сейчас мое состояние, да, когда человек уже, я практически не разговаривала, понимаете, с бизнесами. Все, понимаете, для меня, мне казалось, настала жизнь, понимаете, ну что, как говорится, у меня еще двое детей, понимаете, я через, буквально через 15 дней уже бабушка, то есть, да, у меня родится внучок, понимаете, тоже, вот, родные сердца, поэтому, знаете, когда вот Роберт, родное сердце, да, вот когда 100 тысяч долларов, мне казалось, ну как это так, невозможно 100 тысяч долларов, да, я знаю, что такое 100 тысяч долларов, конечно, но через такой огромный труд, вы знаете, через такой, ну разве это труд здесь? Разве действительно, вот я говорю, простота, разве действительно вам тяжело улыбаться, понимаете, быть здоровыми, счастливыми, сейчас родное сердце, быть здоровыми, счастливыми. Неужели, понимаете, вот эти, я понимаю, может быть, для кого-то это не копейки, но понимаете, быть самой счастливой, осознанно здоровой, неужели вам для себя, помните, для себя, вы понимаете, тратите, вы для себя вкладываете это деньги, понимаете, сколько вы бы отдали бы сейчас за здоровье свое? Сколько бы вы отдали за здоровье своих детей? Неужели это стоит 700-800 тысяч? Нет, родные сердца. Я вам скажу, что вы, это иллюзия. Если вы до сих пор сидите и не стали с Владимиром Викторовичем Довганем, я говорю, и не получили вот эту вот силу волшебную, вот как меня полили святой водой буквально ночью. Мы не занимались интимом, родные сердца. Он не дал факты, понимаете? Я говорю, и я проснулась, да, как будто святой водой, понимаете, я дальше пошла в путь. Все, родные сердца, передаю микрофон величайшему, легендарному сенсею, великому, огромный поклон Владимиру Довганю, Роберту Рам, своей команде, да, Александру Назарову, Петру Силкину, сенсею, родные сердца, не думайте, прошу вас, не думайте, посмотрите на себя, посмотрите, хочу ли я быть, хочу поменять, когда... мне самое больное, что пугают люди, когда я, вот у меня 50 тысяч рублей зарплата, я сижу в долгах, я сижу в кредитах, я говорю, в первую очередь, понимаешь, в первую очередь бегом. Понимаешь, ну да, надо трудиться. А где вы видели халявы? Просто так. Ну где вы видели халявы? Я с детства никогда не видела халявы. Мне никто ничего не дал. Понимаете, в жизни. Понимаете, да, будет труд, но это не тот труд. Все, родные сердца, всех люблю, всех обнимаю сердцем. И мы есть величайшие во все времена. И первое место в мире – это наша судьба.